Сейчас порежем картошку, обжарим ее отдельно, потом пожарим кролика и потом вместе с кроликом дожарим картошку. Приступаем к готовке. Так. Заливаем масло. Сейчас будем обжаривать картошку. Соль и специи. Сейчас обжарим картошку немножко, потом вытащим ее в кастрюлю и будем жарить, тушить кролика. Нарежем лук, нарежем морковку, потом порежем кролика и будем все это тушить. Сейчас режем лук, морковку. Картошка готова у нас. Сейчас ее выкладываю в кастрюлю. И на ее место начнем закладывать кролика. Морковку с луком уже пожарили, это порезали. Печень. Хорошо. Так. Все будем складывать в кастрюлю. Залили масло, засыпаем зерно. Это сухая аджика. В общем, это специи. Достаточно острые, хорошие. Так, еще засыпаем специи. Лавровый лист.
так обжариваем. Итак, морковка с луком зашли, кролик готов для жарки. И теперь будем тушить кролика до готовности. Пусть потушится. В общем, так вот уже все готово. Итак, пока готовится основное блюдо, мы сейчас будем запекать в фольге картошку с салом, с луком, ну и, соответственно, немножко соли добавим. Итак, сало порезали, сало домашнее. Все делается просто. Сало, бутерброд, лук, сверху картошка и все это соль. Как же мы просили за так сильно. Ну вот столочка соды, мало не будет. Итак, берем вот так, все это мы заворачиваем, берем такой, все, и получается вот так. Теперь все то же самое проделываем с этими картошками и вот с этим салом. И потом закладываем это все. Дегустировать будем хорошо. Но пахнет хорошо. Итак. Кролик затушился. Так, теперь высыпаем сюда картошку обратно. И сейчас все это перемешиваем. Картошка у нас уже готова. И получается такой шикарный блюдо. Сейчас картошку будем закладывать в угли. Закидываем туда картошку. Там прям очень сильный жар. Ах ты. Сейчас все туда закидываем. Поверх. Ну все. И сейчас мы вот закроем. Сейчас немножко перемешаем. Еще немножко потушил, чтобы вкусы смешались. Буквально пару минуток. Да.
Так, с тушеной картошкой. Так, ну и вот резюме. Как всегда, домашний хлеб, домашнее сало, лук. Ну и вот картошка. Ну, наверное, выглядит не очень, но на самом деле это хорошо. Самое главное, что вкусно и не пересолено. Кролик. Ну-ка, кролик. Кролик. Хорошо. Так, ну все. Итак, все у нас уже готово. Угли уже остыли. Картошка 100% готова. Сейчас посмотрим, что у нас тут. О, ну тут нормально, кстати. Тут нормально. Так, вот что у нас получилось. Картошечка запеченная. Сало. А лук пропал. Уварился, наверное. Так. Сейчас еще. Так. В общем, вот так вот как-то получилось. Сейчас попробуем это все на вкус. Да? Ну, нормально. Ну, честно говоря, соли маловато. Соли маловато.